Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир, и сегодня мы почти заканчиваем проходить игру Marvel Битва Чемпионов про Капитан Марвел Миссию. Не знаю, растянули я сегодняшнее видео на два видео или все в один миг пройду. Но сегодня я постараюсь сделать по-другому. Со сложными боссами я лучше буду отдельно нарезать их под музыку. А не болтать, и чтобы видели там, как у меня игра глючит. Сделаю все по-тихому. Так, все грузится, грузится. А чё звука в игре нету? Вот. Так, что у нас тут? Награды ежедневные. Ясно, как будто у меня эти кредиты и не набираются. 986 штук. Хотя я ждал наговор. Скрытый враг. Путь разрушения. Потише надо сделать. Да, давайте идем. Посмотрим, насколько сильные враги, и посмотрим, использовать ли усиление. Хотя наверняка его придется использовать. Так. Сообщение, давай. На пару слов, призыватель. Я знаю, что ты занят важным делом, но мне нужно поговорить с тобой наедине. Это касается скрулов. Твои союзники правы, они здесь, но они прибыли недавно. Не было никакого вторжения. Они здесь уже некоторое время, я их привел. Я не горжусь этим, но послушай меня. А вот кто опять кашу заварил. Да, тут следует, конечно, чтобы было больше времени. Давайте... Итак, мне будет выгоднее пойти... Пойти вот где золотой сундук. Ищем где этот... А, ну тут тоже он... Ого! Фига себе. Прямо поэтому. То есть по вот... Ага. По вот этому пути будет пойти выгоднее всего. Да. А. У нас здесь красный Халк. Активируем силу. Ну... Усиление атаки здоровья маленькое возьму, где оно у меня маленькое. Хотя я могу и большое взять. Ладно, попробую сначала с маленьким. Сейчас маленькое усиление. Еще давай-ка добавим... Малое усиление атаки, большое усиление атаки, пин, здоровье. Ладно, что-то оно, блин, тут... Ладно, что-то, мне кажется, ничего не изменилось. Или мне так просто кажется. Что-то активировал усиление, ничего не... Вроде должно быть на 1000 хотя бы подняться. Он как был 5000 очков так и осталось. Ладно. Давайте. Давай. Сразу после сильного удара это как-то. Ну, что-то не достал. Да нафиг. Как бы у него атаку сразу сделать. Ладно, поджарим его.
почему не сработал обход? Чё опять все заглючило? Чё у меня опять игра лагать начала? Чё за бред? Опять залагало. И почему усиление не работает? Оно вообще не работает, оно ничего не усиляет. Тут ничего не изменилось. Это как так? Не работает эта хрень. В смысле, блин, вообще усиление не работает. А, во. А вот это уже работает, блин. Вообще, конечно, тут все лагает. Усиления не хотят нормально работать. Опять за... Пять прыжки. Вот так. Что у нас дальше? Так, еще и кнопки не нажимаются. Приехали, конечно. Когда маэстро контролировал меня, он потребовал невероятное количество чемпионов для битвы. 5000 росомах, 10000 капитанов Америка. Даже я, коллекционер, не мог выполнить такую просьбу. Но ты знаешь, он не тот, кому стоит бросать вызов. Меня зажали в угол. Мне нужно было решение. Я нашел его в скрулах. А, он просто сделал, чтобы скрулы скопировали этих чемпионов, и маэстро бы с ними просто продул. Потому что скрулы не обладают способностями тех, которых копируют. Так. О, мы на равных. Так, блок слез. Мне даже было наносить удар, а этот приз убегает. Ну и 12% тоже неплохо. Да, давай разнеси его. Да. Легко и просто разнесли. Надо бы Анжелу, наверное, прокачать до следующего ранга, потому что она с Хелой может просто спасать мою шкуру. Так, Morningstar, это нехорошо. Она может... Её вторая атака может не блокироваться. Это нехорошо. Ну, это попробуем электриком разнести. Так, так. Так, опять блок слез. Короче, получите и распишитесь. Вот нафига у меня блок ушел в самый неподходящий момент.
Вообще лагает, лагает тут все. Халк, и мне нечем его бить, потому что то, что солдатик-то спекся. Ладно, пусть будет осьминожка. Атаки залагали. Блок не работает, прыжок не работает. Да нафиг такую игру. Чё мне все в конце начало лагать? Фиг победишь их с глюками. Так все хорошо работало, и разработчики опять все испоганили. Почему в эту игру вообще нормально не поиграть? Только все тупит. Хорошо, что умеет автоматом прыжок назад. А то и он может точно не работать. Вот так это не сработает. Вот так. Будешь знать, как вызывать глюки в игре. Что там дальше? И я, наверное, останусь без перса. Все равно придется их оживлять всех. Точно всех я оживлять не буду. По одному их буду устанавливать. Вена-мутка? Нет, спасибо. Собрав скрулов, воспользовавшись силой изосферы, чтобы усилить их, я смог выполнить план. Это не настоящие чемпионы остались в стазисе после того, как маэстро предстал перед судом. Но с течением времени, кажется, многие из них нашли путь в мир битвы. Невольные участники битвы, как и многие чемпионы. Я знаю, что, наверное, уже опоздал, но после возвращения моей дочери я должен сделать все, что могу, чтобы исправить ошибки прошлого. Ты всегда помогал мне в этом. Я думаю, эта информация сможет тебя направить. Дочь коллекционера. Так, тот уровень я пропустил. Надо глянуть. Как зовут его дочь? Просто я, видимо, эту миссию пропустил. Тогда, когда у меня телефон сломался, была эта миссия, похоже. Я ее продул. Надо глянуть, как его дочь зовут. Давай. Да блин, я же нападал вот опять. Ладно. Только не используй свою спецатаку, блин. Это реально... Деньги. Да блин, атака залагала, блин. Нафига? Тут я продул опять из-за этих глюков. Чем мне сражаться, когда все лагает?
Осталось Хела, и еще там полудохлый электрик валяется. Так, вот опять я нападаю, но нет, он... Сейчас нормально. Получи, распишись. Так. Так, кто у нас дальше? Там какой-то будет еще один враг или босс? Пожалуй, пойдет, наконец-то, блин. Хочется его разбомбить. Так. А еще солдатик. О, Ник Фьюри сейчас будет врагом. Сначала с Бакера сделаемся, а потом Ник Фьюри. Вдалеке стоял. Использует черт французскую цитату. Спасибо. Спасибо, что использовал французскую цитату. Да, вот ты все используешь, что трудно. Все вот так. И, наконец-то, финальный босс. Надо уже с ним поосторожнее, надо посмотреть, какие у него спецатаки. Ну и опять я все оживлялки продую на эту миссию. Так. Денверс и другой Фьюри. Нужно было полагать, что он рано или поздно появится. А это Скрул. Мне уже надоело прятаться. Скрул был. Мне нужно было доказательство, но все вы, все ваши сражения. Я теперь это имитация его. Теперь я понимаю, что это все по-настоящему. Тогда у нас много работы, капитан. Да, это так. Давай. Скрул Фьюри. Чейнджинг Фьюри. Так, какие у меня? Ухват. При ударе в блок защитника атакующий получает 40% шанс подвергнуться в блок защитника входящим, наносящим один яйцо в итоге в виде урона в течение 10 секунд. Этот защитник особо агрессивен и умело применяет способности нападения в виде тяжелой атаки или атаки с рывком. Попеременно повышает сопротивление. Да, спасибо, тут все окей. Глянем, сколько у нас оживлялок. Фига себе, сколько здоровья у меня тут. Давайте мы сразу используем тут несколько штучек. Три таких. Давай, Хела. Тут главное не наносить удары в блок.
а то быстренько сдохну. Ну ладно. Начнем. Дискорда он себе хилит! О, да! Получи и распишись! И следующая миссия, точнее, следующее задание будет в следующем месяце. Я его, наверное, проходить не буду, потому что у меня кончились оживлялки. Хотя, может, и пройду, если я буду тратить те кредиты. Но на сегодня все. Я запыхался реально с ним. Ух. На этом мы закончим. Я устал.